Студенты Института фундаментальной медицины и биологии приняли участие в международной эколого-патриотической акции. Подробности в сюжете. Еще недавно за первым общежитием находился пустынный участок, но прямо сейчас он превращается в живой сад памяти героям Великой Отечественной войны. Каждая из 27 миллионов деревьев, посаженных по всему миру, символизирует жизнь, отданную в борьбе за благополучие потомков. У здания института богатое прошлое. В стенах бывшего госпиталя, где сейчас обучаются студенты, в военное время побывало 13 тысяч больных и 23 тысячи раненых. Благодаря врачам более 80% из них вернулись в строй. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии тем самым подчеркивают роль тех людей, которые на поле сражения не держали в руках, может быть, оружие, но они боролись за жизнь тех солдат, тех воинов, которые ковали эту победу. Мы собирали студентов на днях, буквально в среду, четверг, и сразу набралось около 20-25 людей. Кто-то потом по личным обстоятельствам не смог, но в целом готовность была 100%. Проведенная акция способствовала не только озеленению города, но и почтила память коллег-врачей. А молодые деревья через несколько лет будут радовать глаз зеленой листвой. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.